Бархатная революция 2018 года исключила повторение событий 1 марта в Армении. Как передает канал 13, об этом написал вице-премьер Тигран Авинян на своей странице в Facebook по случаю очередной годовщины событий 1 марта 2008 года в Ереване. 13 лет назад наше государство и общество пережили сильное потрясение, когда протест соотечественников, оспаривавших официальные итоги выборов, был встречен выстрелом в упор. С того дня мы вступили в напряженный этап, когда группа людей, руководствуясь личными и клановыми интересами, решила, что власть принадлежит ей, отметил Авинян. По его словам, эта группа, будучи неразборчивой в средствах, отобрала власть у народа. Граждане на себе почувствовали, что их право на жизнь не только не защищается, но и подвергается посягательству со стороны государства. Для того, чтобы устранить эту несправедливость, для возвращения власти народу, как подчеркнул Авинян, в 2018 году была совершена революция. Путем революции армянское общество решительно продемонстрировало, что в Армении больше не будет 1 марта, а безоружного гражданина, проводящего мирную акцию, не будут расстреливать. И самое главное, власть не будет принадлежать какой-то группе людей, не будет передаваться на основе закулисных договоренностей, не будет определяться втайне от людей и в рамках интересов внутри клана, указал Авинян. Как считает вице-премьер, пользуясь эмоциональным состоянием общества, в стране предпринимаются попытки решить политические вопросы через ослабление демократии в Армении в обход конституционных и правовых процедур. По мнению Авиняна, эти попытки обречены на провал, потому что революция 2018 года гарантировала формирование власти исключительно путем свободного волеизъявления граждан на свободных и прозрачных выборах.